Всем привет! Сегодня я хочу поделиться приятной новостью. Еще в начале октября я принимала участие в международном конкурсе Golden Time Talent. 68 жюри оценивали мою работу и присудили мне первое место. И на днях мне пришла вот такая вот грамота, которой я очень рада. Для меня сейчас это невероятная поддержка и хорошая возможность показать свое творчество. Большое спасибо организаторам конкурса и отдельная благодарность менеджерам, которые помогли разобраться со всеми глупыми и неглупыми вопросами об условиях регистрации и участия в конкурсе.